До 30 апреля задекларировать свои доходы необходимо тем, кто в 2019-м продал недвижимость или автомобиль, а также тем, кто сдал жилье или помещение в аренду и получил доход, либо выиграл в лотерею более 4000 рублей. Сдать декларацию должны и индивидуальные предприниматели, нотариус, адвокаты и лица, занимающиеся частной практикой. Начисленный в декларации налог необходимо оплатить до 15 июля. Помимо налоговой инспекции и офисов МФЦ «Мои документы», сделать это можно в электронном виде посредством интернет-сервиса «Личный кабинет» на сайте ФНС России, а также по почте с описью вложенных бумаг и подтверждающими документами.